До 1 сакавіка уся сельскагаспадарчая тэхніка так званага веснавога прызначэння павінна быць падрыхтаваная да работы на палетках. Зараз яе рамонт праводзіцца ва ўсіх спецыялізаваных арганізацыях вобласці. Ходам работ пацікавіліся нашы корэспандэнты. У акционерном товаристве «Гомель Агрокомплект» специализуется на вытворчасці глебаапрацоўчых агрэгатаў. На іншых прадпрыемствах набываются только металл и подшипники. Усё астатняе вырабляется на месцы, что дозволяет трымаць конкурентоздольную цану. Еще один плюс этой техники – якость. Детали робяць на сучасных высокодокладных станках. Падчас наведывания акционерного товариства нашей здымачной группой тут завершался ремонт агрегата для сельгаспрадпрыемства «Стяг Радзімы» Гомельского района. При гарантийных 2 годах ён отпрацаваў амаль 10. Без капитального ремонта. Почвоработающий агрегат отработал в хозяйстве «Знамя Родины» порядка 10 лет. Не очень давно к нам его доставили на текущий ремонт. Во время ремонта мы заменили некоторые рабочие органы, подделали механизмы. И этот агрегат еще будет работать как минимум 7 лет в хозяйстве достойно. А прошивы творчести новой техники на Гомель-агрокомплекте займаются так само ремонтом глебопрацовчих и посевных агрегатов. Причем обновляют все, как айчинные, так и замежные узоры с импортозамещением комплектующих. Яны у гомельшан у широким ассортименте. Мэтанакіравана створенный запас позволяет оперативно заменить любую деталь, причем часто непосредственно на мех дворы господарки. Еще один центр по ремонте сельскогосподарчей техники – акционерное товариство «Гомель-Абл-Агросервис». Основная специализация тракторы айчыны вытворчасці. Прычым, калі раней займаліся выключна аднаўленнем тэхнікі па заказах сельгаспрадпрыемстваў, зараз пачалі асвойваць так званы другасны рынак. За ўласныя сродкі ў гаспадарках набываюць поўнасцю зношаную тэхніку, аднаўляюць і рэалізуюць. Па цэне, якая складае каля 40% ад новых аналагічных узораў. Пры наяўнасці ўсіх камплектуючых такія работы займаюць каля 2 тыдняў. Восстановіць трактор так, чтобы когда он выйдет после ремонта, сразу должен пройти техническое обслуживание у нас на зоне. Вот гостехнадзор должен отметить ему отметку прохождения. И чтобы тракторист сел, трактор поехал пахать, работать, включил кондиционер, когда ему надо, чтобы все, электрика работала, чтобы не вызывали больше по пустякам, по всяким мелочам. То есть от А до Я, от передней навески до задней мы занимаемся ремонтом. Сегодня все вытворшие площади на Гомель-Абл-Агросервисе занятые на 100%. На предприемстве обещают, работу выполнить у термин и с высокой якостью. Хоть на одну околичность увагу все ж таки звертают. Некоторые тракторы трапляют у спис непрацующих по вине обслуговывающего персоналу сельгаспредприемства. Приходилось навык ремонтовать технику, за якую в господарках еще не поспели различиться с поставщиками. Вытворчая и технологичная дисциплина на подрыхтовку до полевых работ оказывают самый непосредный уплыв. Большую часть выхода из строя происходит из-за того, что несвоевременное проведение технического обслуживания. Ну, есть случаи, где и заводской присутствует брак, но в основном халатность сельскохозяйственной эксплуатирующей организации. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».